Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем в какую-то игру про танчики. Смотрите, в принципе, графика нормальная. Мне понравился изначально просто прорисовка танчиков, потому что сколько я вот делал плагиатов, то есть по танчикам World of Tanks. То есть сам World of Tanks я не считаю, потому что это как бы какая-то уже классика, наверное, стала игры, и все разработчики знают об этом, поэтому бам. Ну, в принципе, что-то, наверное, что-то связанное с... Во, смотрите, слоумо, хо-хо, слоумо, ба-бэм. Прикольно слоумо сделал, красавчик насчет слоумо. Мне, в общем-то, нравится, я еще валяюсь с этих слоумо. То есть, когда идея бы они не были, даже в самой кривой игре, например, как на каком-то там Снайпер Элит... Ой, ну, нет, Снайпер Элит, я просто говорю, есть какой-то типа снайпера, который тоже под плагиат Снайпер Элит стреляешь, там что-то слоумо, типа, и кривая графика, кривой вообще геймплей, на мобильнике я имею в виду, но слоумо иногда вытягивает, если честно, прям реально вытягивает, поэтому, если здесь сделано так, тут еще можно, оказывается, корабли, военные техники, это что это, Warframe, что ли, по-моему, загрузка боевой машины, окей, бесплатно, отличный выбор, рекорд, начнем. Кармиру SpaceX. А может быть все-таки это? С корабля. С танка. Давайте с вертолета. Давайте с вертолета. Василинг. Улучши свою боевую машину, чтобы сделать ее более мощной. Окей, улучшения всевозможные. Мощность стрельбы бесплатно. Здесь все, да? Давайте вертолет, потому что что-то вертолет нет. Закончить сейчас. Танк уже понятно. Мы уже увидели, как танк фигарит. Давайте посмотрим, как вертолет все-таки фигарит. И идем на сражение. То есть здесь машины боевые, здесь вертолеты, здесь все видно есть. Как это сделано, посмотрим. Так, бежим. Бой насмерть. Убейте все больше количество противников. То есть, а мы здесь против... Ага, у нас есть автонаводка. Так, тихо. Активируйте снайпер, чтобы нанести больше урона. О. Так, ага. Так, давай посмотрим. Во. Блин, так-то фигарит мне нормально. Это плауэры, тоже такие же плауэры. О. Ну, у них... Так, а типа снайпер, он типа лучше, больше урон наносит. Перезаряжаемся, быч. Так, мы вроде фиганули. Так, что-то надо подъехать, что ли? Бензин. Так, снайпер. Ну, я не знаю, почему больше урона наносит. Давайте посмотрим. 150. Еще он не проходит. У меня вообще тоже здоровья мало. Ух ты, нифига. Так, мы 143, ну не намного больше, на. То есть 150, 143, меня убил. Возрождение через какое-то время, ну, два убийства у меня, одна смерть, а возродится сейчас. Ну, как бы стрелять по два каких-то. Если вот летать, мне кажется, толку нет. Тут эти боевые корабли... плюс 20, все, зашибись. То есть мы берем бабосики, давайте-ка бабосики возьмем. То есть... О, два сразу. Можем, ох ты, дождаться прям двоих. А, это две стрелы, короче, типа у меня две. Окей, так он приближает, да. О. Уматывает, встал, смотри-ка. Ну-ка, стрельни. Ага, я добил. Давай-ка. Блинский, давай. Давай, убивай. Бам, все, два убийства подряд. Так, бабосики мне. Вот тварь, 10, 9. В принципе, я неплохо так
Поджился даже на этом. Пока летать, зато удобно летать, кстати, удобно летать, но меньше, я так понял, брони у меня. Летать в плане того, что собирать эти бонусы. То есть вертолетчиком можно метать убийство. Я все-таки первое место. Я стал не нубом. Это уже хорошо. Полный баг. Повышение уровня. Продолжить. Стиль управления. Давайте посмотрим. Стиль управления. Ручное наведение. Автоное. Да-да, оставим этот левел. Так, то есть навыки какие-то есть, заряженный огонь, новое умение, двигается основное оружие, так, окей, получили какое-то умение, улучшение, подставка, скорость стрельбы, броня, двигатель, то есть мы начинаем с вертолета, боевые машины, то есть в товар пожаловать, вы можете множество боевых машин, то есть рейдер, то есть 15, необходимый VIP. Установлено. И 15. Давайте попробуем с рейдера. Не знаю, что у нас лучше. Улучшение. Скорость стрельбы давайте улучшим. Вот, закончить сейчас. Нет, там 15 секунд. В принципе, мы подождем. С випом типа меньше. Но на первую видно. Первую секунду, то есть не проходит мимо. Окей, давай. Пам, да, приобретена доставка улучшена, все, то есть подставка, точнее, подставка улучшена, все, то есть мы можем также улучшить процент у нас настройки, как у нас настройки, обновление, график управления, подвижение джойстика, джойстик управления, типа ручное наведение. Ручное наведение, я так понял, что можно попасть куда-то там в бачки, там в что-то, наверное, я надеюсь. Может быть, я ошибаюсь, то есть есть какие-то уязвимые места. Во, видишь, как вот скорость зато, вот скорость. Во. Я думаю. О, 130, кстати. Посмотрим. Там быстрее, 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 вот. Ух ты, ну вертолет, кстати, более жесткий. Так-то можно смотаться, пока перезарядиться. То есть, пока там бам-бам. Вот, потом раз так. Жик. Можно скрыться. Нифига себе. Так, быстрее, быстрее. Тю-тю-тю. Так, и все, и по бурикам. Все, скрылись, скрылись. Так, вот, что такое. А, кстати, тоже прикольно. То есть, я бы не сказал, что... скорость. То есть увеличим скорость. Ух ты, у меня сейчас карандец настанет. Ну что-то с именно плавер 0. Смерть, убийство, счет. То есть счет. Мне надо кого-то добивать. В принципе, можно и эту добивать. Не. Давай-ка посмотрим. Если сейчас кто-то в него выстрелит, то можно так пострелять тоже. Ладно, добью его сам. Получу бабочки. 350. И попробую на другую сейчас. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Так никому не дам. Ну ладно. О, все, хорош. Так, я не буду сейчас пока здесь, пока перезаряжаюсь, куда-то бежать, чтобы на... Давай, 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 давай. Блин, ну ты сволочь. Ну, мы сейчас, короче, типа, догоним ее. О, как я, да? О, VIP, 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 что за VIP? Плюс 5 VIP, ну что-то можно собирать здесь еще VIP. VIP. Угу, давай-ка, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Так, быстрее, быстрее.
Бля, ну мне пизда. Даже сильная броня. О! Все, 5 секунд. И я жесткий, ребята. Жесткий. Наверное, я первое место. Тайм-аут. Типа, показали меня, да? Да, я жесткий. 4-2. Ладно, ребят, прикольная игрушка. Ладно, нет, давайте подождем. Давайте улучшение повышением. Сейчас мы попрошаемся. Попрошаемся. Все-таки игрушка прикольная. Ну, то есть чисто пострелять, то есть здесь как Warframe, по-моему. Нет. Пищу, пищу, пищу. War Thunder? Antarder. А Warframe. Warframe вообще другое. War Thunder. Ежедневное задание, то есть улучшение. Видите, да, можно двигатель, скорость увеличивать, броню, все можно увеличивать. Стрелять, пожалуйста, фигарьтесь, играйте. Да, и на этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.